Рунгера дадите кто-нибудь подкат? Заранее перепрыгайте на другую сторону. Перевожу, смотрите. Перевожу. Перевожу, перебегайте. Осторожно, встань. Меня моб бьет, помогите. Бог помощь. Дай подолору сусальвую здесь, пожалуйста. У меня когда? Как ты спал, Миша? Гера, давай по откату уже. Уже не надо, не надо. Уже не надо. Угу. Коника, следующий агр, моба, 100 голды, блять. Я уж и вскользание прожал, и все, я еще и напрягся такой весь. Один хп фул, один хп фул. Кирс, три на метана. Выбирай, 100 голды или, блять, 100 кп, нахуй. Коват, смотри, как будем делать. Наступает четвертый стак, ты просто переводишь. Как ты сейчас делаешь там, пока все среагируют. Перебегут, ты их выжидаешь. Не делай так. Кто в следующий раз сдохнет, это их проблема. Лишний раз выпуск тоже не опыт. Если там пару человек или один там тире три отвалится, это ничего страшного. Зато в следующий раз будут внимательнее. Ну что, КП я не понимаю. Хорошая тренировка.
Давно это не трени, блять. На танках? Так и... Нормально. Топовая трени. Ага, топовая, блять. Топовая, номер один просто. Миша, ракушка. Тебе-то с твоей монетой, блять. Нет, ну когда у вас монета, да, и вы будете монету на это менять, то да. Атака, хуйня. Клык из ядроса, две тут три нем. Если мы поторопимся, мне кто-нибудь рейд, еще успеем закрыть. Парада, вставай, я тебе. Мне кажется, я это уже где-то слышал. Ну ладно тебе, не подхилаживай. ДВ рейди слышал такое. Топ-трение — это клык, чешка и пистон. Чешка — это вообще очень узкоспециализированная трение. Это говное трение. Вот смотри. Вот немножко теории. Смотри, три чешка пистон. Нужна только для того, чтобы, допустим, танчить, ну, кого танчить? Того давай. Босса, который бьет милик. Ну, физическим атакой. Сразу это вопрос. Какого босса? Как много на Сирусе боссов, которые не нюкают танка с пылами? Которые бьют исключительно физикой. Карие обычки. Ну, например, орк. То же самое. Бьет один физикой. Босс. Дальше. Какой и что, всех орк? Называть? Ну, их есть, они есть, эти боссы. Какой орк? Он бьет по 10 тысяч, о чем вы? Шабус. Лучше в ТД-шном спектре. Какая разница, сколько он бьет? Есть боссы, которые бьют физикой. И что? Ну, мапы вырезки физикой. Там, где босс бьет магическим уроном, меняется чешка на пистон. И все. А клык ты надеваешь постоянно. Пистон надевается на джайне и на роботе. Всё. Хорошо, по-другому вопрос. Но почему он надевается там? Там магический урон. Здесь не уже нет. Физухи нигде нет такой, чтобы, блять, 2000 брони были полезны. Вообще никак. Единственный босс, вот где пригодится чеш, который исключительно физикой бьет, это Тухлопус. Все. Да. На этом боссы закончились. Наверное, да. А Халеон так себе надел? Разница, даже дело не в боссе, допустим, даже может и берешь где-то подержать. Тоже физика бьет. А Халеон не сильно пробивает? Не сильно пробивает. Раньше очень сильно пробивал, сейчас не так, как... Ну, и опять же, атаки там смешаны. Там дыхание хорошо зайдет. Когда там дыхание бежишь. Из-за танка. А хули вы спорите, у вас вообще танки спеки есть, нет? Ты сам тупой, блядь. Я конечно. Тебе говорю, топ-3 не это с хп, все, тут, блядь, вообще никак, эта математика уже просчитана 1000 лет назад. Это знают все адекватные танки. Тебе не доверяю. Блядь. Это суеверие. Носить чешку, блядь, с бродя, это суеверие просто. Ну, ты правильно сказал, все адекватные танки. Ну ладно, так уж быть. Эбрил, я неадекватный. Ну, так что неадекватные танки сомневаются. В этом гире, конечно, в Т5, нажимая одну кнопочку казнь, можно эту взять чешку поставить. Она мне тоже лежит, но я не ставлю. Эбрил, Сережа, иди сюда, не стойте там в мобе. Бой, ты распределишь народ, ладно? Ага. Ага, я все вижу. Так, надо два человека шестой группы еще в рай закинуть. Вот этот ДЦ его надо одевать. Ты красавчик? Какой? Остальных не собираешь, ты вроде ж не сильно. А вот метр. Который в пятой группе у нас, красавчик. А, его это одеть, мгновенно. У нас будет постоянный ДЦ хотя бы, да. Элбер, глядя на свои ХП, как скачет, неохота еще больше собирать. А сколько у тебя усилков, мгновенный, на присте? Он уже неплох, мне уже он нравится. 171, но это среднячком. У адмирала, по-моему, так же. Слов 5 только, да, у нас? Да. Ну, давай шторм, да. Крестик. Полина, кружок. Звездочка. Элбрил. Мосса, треугольник. Ромбик,
ДЦ. ДЦ с друидом всегда ставят. Ну, с треугольником. Есть возможность. У меня нескромный вопрос. Подожди. Меня слышно, да? Привет. Да. У меня такой нескромный вопрос. Сколько мне нужно походить, чтобы оделись офспеки и все новенькие, чтобы я мог собрать себе хоть какой-нибудь офспек? Я уже за это время уже 4 человека собрали себе по 4 куска. Я не могу себе собрать ничего. А кто это говорит? Это мозг говорит. Можно встречный вопрос? А ты сегодня трезв? Это, а ты кота хочешь собирать или какой спек у тебя? Да, я трезвый. Актуальный вопрос, какой второй спек ты будешь? Вообще, Мосс, я тебе так скажу, ты говоришь про офспек, а у нас ребята на мейн эти все токены забирают. Пока они на мейн не оденутся, ты, скорее всего, и офспек не соберешь. К сожалению. Если второе, какой вон второй спек? Если сова, это бесполезно. Если... Да, причем тут бесполезность? Все токены ладно, сейчас... давайте сначала я распределю людей, мы убьем босса, и потом мы поговорим об офспеках. Значит, хилам я уже сказал. Так, РДДшники там сами себе место ищем. По миликам. Кто там, кто босса будет? Кават и Редвар танчить, да? А ковы кто будет кидать, замедлять? Постоянное замедление у кого есть? Давай попробую зайду. Вместо кого? Зачем столько меток? Так. Много меток. Первую по четвертую группу. Кому лут не нужен с этого босса вообще? Почему по четвертую, Серега? Желательно мелики. Коника, отбой. Ладно, еще милик какой-нибудь хочет послакать. Танки пчат. Че, байер будет или что? Я могу послакать. H2. А что они хотят? Опять на ханта и нонсетовое тело тканевое, которое никто не... Вой, ты... Ребята еще раз спрашивают по хилам. Я знаю, что я в кресте, остальные... Я в печеньке. Ну? Так, я в звездочке, все правильно, да? Да. Мосса в треугольнике, в робике ДЦ. Все, спасибо. Это... Ну тогда я думаю, на гвардейцах ты этих поагришь, высоких. А где Алоэ же идет, да, в рейд или что? Меток да. Очень много, почему столько меток? Не знаю, 5 меток же вроде. Че там с Алоэ, пойдет, нет? Давай, зайди. Поставил в рейд. А, ну все, я тогда в ДД. Получается по меткам, по миликам. Я в кресте, пан в треугольнике. Неху в ромбике, коника в кружке, в звездочке вага. Это что, это все милики, да? Да, миликов немного. Ну, вы так внимательно слушаете, нажмите пока портал призыва. Все, а там РДДшники. Сами разбегутся там. Ну, ориентировочно там... Парада, допустим, в кресте, там звездочки Джокер, Анкил в ромбике. Ну и там сядь в треугольнике, в кружке этот Кирс. Все, Локи там пускают и Неликс бегают. Смотрят, где что. На тапках там бегут. Вы только Байером случайно не киньте магму. А то они еще запутаются. Да, как тот лок мне дал. На 4 локов поставлю метки. Не надо ничего ставить. Вот там фреймы есть, все видят лук. Кого фреймов нету, выносит третью группу. И сверху кидает только в них. Ты предупредил байеров, чтобы они не обыскивали лут во время боя. Редвард, ты пытаешься, кого я не принимаю, скажу, когда принимать. Ты что, меня заменили, да? Ты же сам попросился вроде, нет?
А что-то ничего никто не сказал, я что-то сижу, жду, блядь. РЧ на баф и пул. Мы все тут. О, сейчас 40 сопрыг. Принимай алоэ. Кто по танкам? Ты на гвардейцах, алоэ на высоких. Мне касочку и все, погнали. Все, тут. У нас три вара в рейде, ни одного с критом. Классика. На погонах лут. Что за вечное оглушение? Опять про товар. Турочек, ты куда? Что, где он? Анонсите погромче. Да нету еще. Зеленая звезда. Подвис немного. Козум кидай. Не достаю. Странник, печенька. Джокер, перекидывай. Чё, починили, так слышно? Если бы. Крест зеленый, помоги. Ребята, крест больше ДПС, а три моба идет, пожалуйста. Нет, просто. Нет, в текстах нет. Зеленый крест. Помогите.
Кините Сантею, Сантей, мне, если не дотянешься. Печенка зеленый. Звездочка странник. Че, активировался босс? Да. Да. Странник. Вары прям свечиваются. Ревностный ушел. Кого-то не уроните. Вархим. Алло, забери босс. Там бы адр добить, все на нем висят. Все нормально. МДД сверху моба. Блять, куда босс побежал? Правильно все. Куда надо. Алло, сможешь потанчить? Милики достает до вас Агила? А он с ДКшка. Окей. Пора достичь. С плотом уже давно все в порядке. Вы за этим можете не следить. Диском? Нет. Делорус Ракух. Еще тот. Ага, и все молчат, главное. Я понял, ладно, хуй вам расскажу потом. Главное, убили, че вы? Я тоже так говорил, блядь, раньше. Бага, куда?
На убийственном пуле ГП, блин, как... Вначале раздаю лут, никто никуда не сваливает. Кому нужен лут? Лететь куда? Мы куда летим? Рядом ЛК всем находится. Не слышу. Голова не упала. Находиться всем рядом с ЛК. Это знаете, как прозвучало? А нахуй надо, и так сойдет. Ты про что, Радвар? Я о своем. О женском.